Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем с вами цикл мини-уроков, с помощью которых каждый из вас может сделать свою анимацию или игру более красивой и интересной. Это будут маленькие уроки, в каждом из которых будет рассмотрен небольшой прием рисования в Scratch, который вы сможете потом использовать в своих проектах. Либо по отдельности каждый прием в разных проектах, либо в одном проекте несколько приемов. Ссылку на плейлист всех этих мини-уроков вы можете увидеть в описании каждого видео, а также на сайте scratch-elite.net. Там же на сайте вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы, поскольку, к сожалению, по правилам YouTube контент, предназначенный для детей, не предполагает комментирование видео. А также вы можете оставлять свои комментарии под проектами, которые мы будем рассматривать в качестве примера. Вот у нас будет первый пример, это анимация фона, и здесь вы можете на сайте Scratch оставлять тоже свои комментарии, задавать вопросы, делиться проектами, которые у вас получаются. Итак, приступим к первому примеру, к рассмотрению первого приема рисования. Давайте сначала рассмотрим пример. Я разверну на весь экран, чтобы было удобнее, и нажимаю Play. И вы видите, что наш кот идет по лесу, и действительно создается впечатление, что он идет. Но посмотрите внимательно, на самом ли деле спрайт кота двигается? Или нам просто кажется, что он двигается? Если мы войдем внутрь проекта и посмотрим на скрипт спрайта кота, здесь у него нет никаких блоков движения. Блоки движения у нас синего цвета. И кот не движется на самом деле, у него всего лишь меняются костюмы. И эффект движения, оказывается, задается путем изменения фонов. Вот у нас у сцены есть тоже скрипт, в котором задается смена фонов. И если мы посмотрим внимательно, то мы видим, что у сцены у нас много разных фонов. Вот они. Сейчас посмотрим, получится ли нам увидеть смену. Нет, к сожалению, вот в Scratch 3.0 нет такой визуализации, когда меняются фоны или меняются костюмы. Мы не видим, какой сейчас в данном случае фон. Но мы видим пример этого проекта, и сейчас мы научимся создавать подобного рода вещи. Я останавливаю. И чтобы было удобно работать вместе со мной, кто делает, можете сделать то же самое. Вы можете открыть этот проект, ссылка на него есть под видео, и сделать ремикс этого проекта. Поскольку здесь вот этот фон, к сожалению, в новой версии Scratch его нет. Он был Scratch 2, и проект создавался в Scratch версии 2. А сейчас Scratch 3.0 такого фона нет в библиотеке. И чтобы он у вас появился, вы можете создать, еще раз повторю, ремикс вашего проекта. У меня нет кнопки ремикс, она где-то здесь такая зелененькая должна быть, кто не знает. Поскольку этот проект создавала я сама, поэтому я сделаю копию проекта, я сохраню как копию, для того, чтобы сейчас, не боясь испортить тот проект, который даю вам в качестве примера, начать работать с этим проектом. Итак, наша задача — нарисовать фоны. Они на самом деле есть, но мы сделаем следующую вещь. Мы удалим все фоны, которые здесь имеются, и научимся рисовать их так, чтобы создавалась иллюзия движения. Для этого я удалю все следующие фоны. Просто нажимаю на изображение урны. Картинки меняются. Вы видите, как будто бы происходит даже движение, да? Вот, остался у меня исходный фон. И сейчас на основе этого исходного фона я буду создавать вот эту вот картину движения. Еще очень важно, чтобы мы были в режиме рисования растровой графики. То есть вот если у вас есть кнопка «Конвертировать векторную графику», это значит, что у вас включен редактор растровой графики. Что такое векторная и растровая графика? Это отдельный урок. Ссылку на него я тоже оставлю под видео. Итак, мы работаем с данным рисунком. Что нам нужно сделать? Нам нужно для начала продублировать исходный фон и его изменить, изменить дубль. Исходный у нас остается прежним, а тот, который мы дублируем, мы должны изменить. Давайте подумаем, как его нужно изменить. Нам нужно сделать так, чтобы следующий фон был как будто бы сдвинут
немножечко влево. Почему влево? Потому что кот идет, его направление движения вправо, он стоит на месте на сцене, и его движение вправо имитируется благодаря тому, что фоны сменяются, как бы сдвигаясь влево немножечко. Сейчас мы это нарисуем, точнее исправим ту картинку, которая у нас здесь есть. Это достаточно удачная картинка, поскольку деревья, и если даже у нас будут какие-то неточности, это не будет бросаться в глаза. Вертикальные такие вот стволы, они не очень сильно испортят картину, если мы где-то ошибемся. Итак, первое, что нам нужно сделать, нам нужно сдвинуть картинку вправо. Для этого нам необходимо выделить фон с помощью инструмента выделения. Он у нас выбран по умолчанию. Следующим образом. Из левого верхнего угла провести в правый верхний. И смотрите, вот у меня не все получается, потому что попасть точно в левый верхний угол и не ошибиться. Вот я нажимаю левую кнопку мыши чуть-чуть выше картинки, а нужно немного ниже. Получается не очень, скажем так, сразу удобно. И наверняка на видео вы даже не видите, куда я там попала. Вот когда я только отпускаю, я вижу, что рамку я не сделала верной. Поэтому я снимаю это выделение, кликаю мышкой в другом месте. Либо можно выбрать другой инструмент, а потом опять инструмент рисования, выделения. И сейчас мы сможем использовать следующие инструменты дополнительные. В браузере, в принципе, в любом браузере мы можем нажимать комбинацию клавиш Ctrl+, и таким образом увеличивать изображение внутри браузера. Видите, оно уже большое такое стало. И теперь я лучше вижу, как мне вот это все выделять. Либо можно зажать клавишу Ctrl и крутить колесико мыши. Но если я кручу колесико мыши, смотрите, на самой картинке, то у меня масштабируется картинка. То есть как будто бы я нажимаю здесь вот на плюсик. Это делать не надо, потому что нам нужно выделить всю картинку. А если я вынесу мышку за вот это изображение и начну крутить колесико мыши с зажатой клавишей Ctrl, то вот у меня увеличение. Вот до максимального я дошла, и даже слишком. И сейчас браузеру становится немножко нехорошо, он сбросил мне изображение, сейчас я верну назад. Если что-то так вот прыгает, и потом вы хотите вернуться назад, можно нажать комбинацию клавиш Ctrl+0. И вот у меня все равно какие-то проблемы. Сейчас я попробую просто перелистнуть. Вот так вот. Все равно не получается. Это бывает в браузере. Поэтому можно просто обновить страничку. Либо нажав на кнопочку со стрелочкой «Обновить текущую страницу» в заголовке браузера. Я его не показываю, чтобы он не занимал лишнее место. Либо нажать на клавишу F5 или FN F5, если у вас такая возможность на ноутбуке. Вот я нажимаю «Обновить». Здесь я нажму «Уйти со страницы». Ничего такого сильно я не изменила. Вот загрузился проект. Опять выбираю сцену, фоны. И теперь картинка видна. Второй вариант увеличения картинки, если с браузером не очень хорошо получается, это использование экранной лупы Windows. Для этого нажимаем клавишу Win и плюс. У нас сейчас загрузится экранная лупа, вот этот инструмент, я вам его покажу. И мы можем либо нажимать на плюсик, и вот у нас укрупняется какая-то часть, либо есть возможность тоже зажимать две клавиши Ctrl и Alt и крутить колесико мыши. Вот так работает экранная лупа Windows. Мне она, честно говоря, не очень нравится, не очень удобно, потому что фокусируется непонятно как, спрыгивает. Вот, ну и потом вот она ерзает. Не очень удобно, по правде говоря. Но можно попробовать вот с экранной лупой. Я зажимаю левую кнопочку мыши, сейчас пробую. И ничего у меня не получается, к сожалению. Поэтому с лупой я нажму на минус. Мне как-то не очень нравится. Я воспользуюсь возможностями браузера. Но если у вас получится, у меня ученики это делали, можете пользоваться этими возможностями. Итак, я зажала Ctrl и покрутила колесико мыши, используя возможности увеличения изображения в браузере. И теперь, используя инструмент выделения, убеждаюсь в том, что у меня выбран этот инструмент, так он и называется, выбрать.
Я зажимаю левую кнопочку мыши в правом верхнем углу. И все равно, видите, не очень хорошо попадаю, но это уже такие тонкости рисования. Вот, наловчиться надо. И теперь в правый нижний угол веду. Здесь можно уже не бояться, потому что дальше не уйдет, все равно в край выйдет. И теперь мне нужно эту картинку, как мы говорили, сдвинуть немножко левее. Вот видите, у меня чуть-чуть все равно вверху небольшой такой остался запас. Но для данной картинки это не принципиально, не страшно, не будет сильно видно изъянов. И теперь мы можем двигать. Мы можем зажать левую кнопку мыши и двигать влево, но лучше использовать стрелки на клавиатуре. То есть я использую клавишу стрелка влево, и моя картинка, видите, сдвигается влево. Желательно на каждом из изменяемых фонов сдвигать на одинаковое количество клеточек. То есть вот я смотрю, у меня как раз есть подсказка здесь в виде таких клеточек. Раз, два, три, четыре. Вот, допустим, на 4 клеточки я сдвигаю. Замечательно. Теперь, если мы нажмем Ctrl 0 и выберем первый фон, потом второй, мы видим, что фон, в принципе, сдвигается. Очень хорошо это видно в окне сцены. Но у второго фона у нас, помимо того, что вот здесь я сверху, все-таки мне не удалось хорошо выделить, и появились такие изъяны, ну, можно потом сверху что-нибудь еще дорисовать, к примеру, добавить какой-то спрайт, закрыть эту неточность. У меня осталась справа дырка, да, белое вот это поле. Нам нужно его заполнить. Как нам его заполнить? Это сделать еще проще. Мы возвращаемся к первому фону, точнее, к предыдущему. И сейчас нам нужно выделить вот этот вот кусочек, который у нас ушел за границу фона. И этот кусочек нам нужно скопировать и вставить вот сюда, в эту самую дырку. Как мы это сделаем? Мы опять берем инструмент выделения. И теперь, смотрите, здесь можно смелее не вот из левого верхнего угла брать, а немножко справа и даже заехать вот так вот значительно. Все равно надо увеличивать, неудобно мне. Вот немножечко сделать правее, даже вот смело так вот, и берем и выделяем. Вот я выделила такой прямоугольничек. Мне все не надо, мне главное, чтобы попал полностью вот этот край. Теперь я нажимаю кнопку «Копировать», перехожу ко второму фону, нажимаю «Вставить», и сейчас также аккуратно, нажимая на стрелочку на клавиатуре уже вправо, сдвигаю этот прямоугольник. И можно не бояться, смотрите, он намного шире, чем наше отверстие, вот это вот эта дырка. Он просто уедет, смотрите, вот я держу, держу, держу. И мы доехали, перестаралась, нажимаем влево. И теперь аккуратненько, раз, чтобы не было щели, вот мы как раз видим, вот здесь щелочка, да, поэтому раз. И вот теперь щелочки нет. Все, теперь можно кликать мышкой в любом другом месте, и у нас заклеилось. Следующий фон, как вы понимаете, мы уже дублируем вот эту историю. И теперь делаем то же самое. Здесь мы выделяем, я еще раз покажу, выделяем. Ну, можно на самом деле вот справа брать, если мы здесь немножко ошибемся, мы закроем это. Вот все-таки Scratch 3.0 в этом смысле не очень удобен пока. Ну, может быть, сделаю. И теперь сдвигаем опять куда? Влево. Вот немножко я не попала, ничего страшного. Главное, я смотрю, чтобы примерно на одинаковое расстояние. Там у меня было 4 клеточки, вот у меня 1, 2, 3 и 4. Можно сдвигать немножко больше, это зависит от того, какой у вас рисунок. У меня ребята делали этот урок, у них было не 25 фонов, как в моем примере, а 4 хватило. В принципе, тоже хорошо. Опять возвращаюсь сюда, и уже мне нужно вот этот кусочек скопировать на предыдущий фон. И, в принципе, потом можно уже наловчиться. Опять копировать, переходим к следующему, вставить, и теперь сдвигаем вправо. Опять аккуратно смотрим, чтобы не было щелочки. В окне сцены это хорошо очень видно. Вот раз, все, готово.
и так далее. Я не буду делать все фоны, думаю, вы верите, как получится, тем более есть пример проекта. И теперь я предлагаю каждому попробовать самостоятельно нарисовать такой фон. Но прежде чем я завершу урок, еще раз я открою код сцены. Здесь у нас меняются фоны, количество секунд, сколько нужно ждать, тоже можно подобрать. И у кота у нас тоже меняются всего лишь костюмы, он стоит на месте. Ничего сложного, каждый начинающий программист знает, как написать такой скрипт. Я желаю вам успехов, до встречи в следующем нашем мини-уроке, где мы рассмотрим почти такой же пример, но уже способ рисования совсем другой и более, возможно, даже для кого-то удобный. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, пишите комментарии на сайте Scratch Elite.net и делитесь своими проектами.